Здравствуйте, в эфире ЖКХ от А до Я. Коммунальная азбука для обитателей типовых многоэтажек и современных новостроек. Сегодня в выпуске. Капитальные изменения, о новшествах в оформлении документов, допуске к работам и новых тарифах. Кого это коснется и в чем смысл этих перемен? Как удобнее копить на капитальный ремонт, самостоятельно или сообща? Еще раз о выборе между спецсчетом и общим котлом. Капитального ремонта в этом году дождутся жители 650 многоквартирных домов Новгородской области. Кто будет выполнять эти работы, стоит ли доверять подрядчикам и как будут начисляться взносы на ремонт фасадов, крыш и сетей. Сейчас расскажем. Градация по скатным или плоским крышам ушла в прошлое. Теперь все жители Новгородской области оплачивают квитанции по капитальному ремонту своего жилища в соответствии с установленным минимальным взносом. С 1 января расценки изменились, но не везде. В каждом районе области установили свой минимальный взнос на капремонт, который напрямую зависит от потребностей и учитывает возможности. К сожалению, потребность, которая сейчас заявлена органами местного управления, превышает возможности установления минимального размера взноса. Но следует заметить, что в 10 муниципальных районах тариф остался на том же уровне, как и в прошлом году, то есть 6,55. Это значит, что в этих районах, оплаченных жителями многоквартирных домов 6 рублей 55 копеек с квадратного метра, вполне хватит, чтобы в 2017-м исполнить обязательства по капитальному ремонту. Ну, видимо, таких зданий в районе не так много, как, например, в областном центре. В Великом Новгороде установлена нижняя планка на уровне 7 рублей 61 копейки за квадрат. Это самый высокий тариф в области. При этом в фонде не скрывают, что при таком объеме городского жилья, которому требуется капитальный ремонт, эти 7,61 просто капля в море. Адекватный тариф с точки зрения городских потребителей, только не падайте, около 20 рублей. Путем нехитрых подсчетов обитатели 60-метровой трешки платили бы 1200 ежемесячно. Но, конечно, такие платежки никто рассылать не собирается. Непосредственно выходим из принципа разумности, потому что установить такой тариф не смогут оплачивать собственники, поэтому необходимо действовать в той ситуации, которая сейчас имеется, и устанавливать то, и мы понимаем, что, допустим, может быть тариф не совсем высокий, но хотя бы какое-то финансирование можно выделить для того, чтобы провести как можно больше работ. Кстати, установленный тариф считается минимальным, и у собственников есть право платить и больше. Правда, чаще всего люди интересуются вариантами, как платить меньше, а то и вовсе не платить. Есть ли для этого законные методы? Есть. Вообще не платят взносы на капитальный ремонт те, кто живет в квартире по договору социального найма. За них платежи вносит муниципалитет, так как он является собственником жилья. Также не приходят платежки в дома, признанные аварийными, и в новостройки, но не во все. Было внесено изменение в областной закон 291 о том, что дома, введенные в эксплуатацию после введения региональной программы, имеют отсрочку 3 года с даты включения в региональную программу или внесения изменений. То есть, если дом сдан 2 февраля, то на его жителей платежные каникулы не распространяются. И обратите внимание, что льготные 36 месяцев отчитываются не с момента ввода здания в эксплуатацию, а с даты включения его в программу капитального ремонта. Например, этот дом по адресу Волотовская, 4, построен 12 мая 2014, а в программу его включили только в конце года. Это значит, что первая квитанция от фонда капремонта появится в их почтовых ящиках в январе 2018 года. Еще одна категория граждан, которая хоть и не освобождается от взносов на капремонт полностью, но имеет возможность компенсировать затраты, это пенсионеры очень почтенных лет. Но требований тут тоже немало. Это пожилые люди, достигшие 75-летнего и 80-летнего возраста. При этом они должны быть собственниками жилых помещений. Если проживают в семье, то семья должна состоять также из пенсионеров, неработающих. И определяем мы состав семьи очень строго. То есть проживать должны только очень близкие родственники. Это мужья, жены и родители, дети. То есть если в квартире у одинокой старенькой бабушки прописан любимый внук, то она уже не может претендовать на этот вычет, даже несмотря на то, что фактически живет одна. Еще один важный момент. Право на получение этой меры социальной поддержки не означает, что исправно приходящие квитанции не нужно оплачивать. Оплачивать нужно обязательно.
Компенсация тоже не будет начисляться автоматически. Ее необходимо оформить. Сделают это специалисты Центра по организации социального обслуживания. Но проще всего подать документы через многофункциональный центр. По документам они должны принести нам обязательно свои личные документы, паспорт, СНИЛС. При наличии СНИЛС мы можем по межведомственному взаимодействию заказать сами. Свидетельство о браке, если это в браке, да, муж и женой проживают, то обязательно. Обязательно трудовая книжка. То, что подтверждение неработающие, такое требование. Я понимаю, что старше 70, старше 80 лет люди уже не работают, но по закону такое требование. И главное условие – отсутствие коммунальной задолженности, причем не только по капремонту, но и по всем услугам ЖКХ. Это тоже надо подтвердить документально. Обратите внимание, что сумма взноса за капитальный ремонт и сумма компенсации будут разными. И, увы, не в пользу пенсионера. Мы компенсируем сумму, не указанную в квитанции, а сумму, рассчитанную в соответствии с нормативами. Нормативами площади, то есть это нормативы те же, которые используются для предоставления субсидии на одиноко проживающего гражданина 33 квадратных метра. Если к нам кто-то обратился, проживающий в семье, то если эта семья из двух человек состоит, то компенсация будет на 21 квадратный метр, если из трех и более – на 18 квадратных метров. Мера социальной поддержки имеет заявительный характер, но для того, чтобы ею воспользоваться, достаточно один раз предоставить все документы. После этого каждый месяц компенсация будет приходить на банковскую карточку или сберкнижку. Проконсультируют вас специалисты колл-центра МФЦ, а оформить все можно в офисах. Ломоносова 24/1, 18 окон приема, и Большая Московская 24, также 18 окон приема. Также у нас предусмотрена предварительная запись, которую можно записаться либо по телефону, либо в самом центре взять талон на удобное для него человека время, либо через сайт МФЦ. Возвращаясь к самим ремонтным работам на наших обветшалых домах, нельзя не сказать еще об одном нововведении. Теперь риски столкнуться с фирмой-однодневкой, которая сработает тяп-ляп и исчезнет с нашими денежками, сведена к минимуму. В соответствии с постановлением правительства, отныне в каждом регионе создается свой реестр квалифицированных подрядчиков. Такая база уже создана в Новгородской области. Сейчас в ней числится 59 организаций. Причем для того, чтобы попасть туда, надо не только доказать, что ты имеешь право заниматься этой работой. У каждой фирмы должно быть свидетельство, саморегулируемой организации и соответствующие допуски. Но еще и убедить комиссию, что ты настоящий профессионал своего дела. Организация, подавшая заявку, должна подтвердить свою квалификацию, в том числе представить за последние три года договоры на выполнение работ по тому или иному элементу, то есть по кому она заявляется, будь то капитальный ремонт, либо проектирование работы. Уже на этом этапе отсеивается часть подрядных организаций, вот как вы говорите, однодневки, чтобы не было допуска именно исчезновения подрядной организации после выполнения работ. В системе оплаты ничего не изменилось, по-прежнему никаких авансов. Подрядчик получит заработанные только после всех выполненных и принятых работ. Гарантийный срок – 5 лет. Это значит, что если вам починили крышу по программе капитального ремонта, а она через 3 года начала протекать, незамедлительно обращайтесь в фонд. Подрядчика приведут обратно и заставят все переделывать, естественно, за его счет. А удовольствие – это сомнительное и весьма дорогостоящее. Так что работать некачественно стало слишком невыгодно. Для того, чтобы накопить на капитальный ремонт, у собственников квартир есть два варианта. Аккумулировать средства в общем котле или на индивидуальном счете. Причем одним домам выгодна самостоятельность, а вот другим никак не обойтись без коллективной копилки. И вот почему. В общем котле копят деньги на капитальные ремонтные работы подавляющее большинство жителей многоэтажек. Потому что значительная часть нашего жилого фонда построена 30, 40, а то и 50 лет назад. И дома эти уже на низком старте в ожидании большой починки. Работы эти дорогие, и накопить на них самим очень непросто. Тут на помощь и приходит взаимовыручка. По региональной программе, если стоит запланирован ремонт на 2017 год, и в краткосрочном плане он есть, но денег на счету именно этого дома недостаточно, они софинансируются с общего счета, с общего котла. Сегодня средства из общей копилки пошли на ремонт панельной пятиэтажки. Завтра приведут в порядок повидавшую виды сталинку. И никто не в обиде, ведь все же скидываются.
Но когда речь идет о новых домах, для которых понятие капитального ремонта что-то фантастическое из далекого будущего, то в этой ситуации имеет смысл подумать насчет самостоятельности. По расчетам Минстроя, капремонт новостройкам понадобится не раньше, чем через 25 лет. Как мы понимаем, речь идет действительно о качественных домах. Даже при нынешнем минимальном размере взноса четверти века вполне хватит, чтобы самостоятельно накопить средства на большинство дорогостоящих работ. При этом не прибегая к авансам из общего котла регионального оператора и в то же время не оплачивая затраты на ремонт зданий, попавших в первоочередной план ремонта. Сейчас в Новгородской области таких самостоятельных домов около 800. И в этом году предполагается, что их станет еще больше. Процесс перевода дома на спецсчет упростился. С 1 января 2017 года время ожидания перевода сократилось с 2 лет до года. Проводится собрание собственников, оформляется это протоколом. Протокол приносится в фонд. Мы ставим отметку, и с этой даты идет отсчет времени. Вот через год и 5 дней мы перечисляем денежные средства, и со следующего месяца уже мы не начисляем взнос, начисляет управляющая компания, смотря кого выбрали с подсчетом, либо начисляем взнос уже не на общий счет, а на специальный счет, который будет открыт именно этому дому. Нововведение не распространяется на те дома, которые уведомили фонд капремонта о переходе на специальный счет до 2017-го. Им придется числиться в листе ожидания все 2 года. Знакомьтесь, Римма Нежнова, активная жительница панельной пятиэтажки в Панковке. Уже 1,5 года заведует товариществом собственников жилья в доме по Октябрьской, 4. У нас и на улице хорошо, и тут хорошо, ничего не скажешь. Вот. И вы у нас хорошие. Одна из главных проблем дома – фасад и межпанельные швы. Этот вид работ в планах региональной программы значится в 2022 году. А стены мокнуты, и плесень разрастается в квартирах сегодня. Подсчитав потребности и прикинув возможности, старшая по дому предложила соседям рискнуть. И несмотря на то, что дом старенький, 78-го года постройки, перевести деньги на индивидуальный счет. Тогда привести в порядок стены здания вполне можно попытаться года на 3-4 раньше. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И иметь деньги на своем счете и знать, что мы ими можем воспользоваться уже через определенное время, конечно, сыграло самую основную, главную роль в этом решении. Было на плановом собрании был поднят этот вопрос о переходе на спецсчет. Естественно, поддержали меня все жильцы. Мы написали, значит, по протоколу этого собрания было написано заявление в региональный фонд. Это было в ноябре 2015-го. Завершение процедуры и обретение самостоятельности осталось подождать еще 10 месяцев. Но специалисты фонда капремонта предупреждают, срывать реализацию программы нельзя. Сейчас ремонтные работы в 5040 домах расписаны по конкретным датам на несколько десятилетий вперед. И вне зависимости, где аккумулируются средства, эти работы должны быть проведены в назначенный срок. Если на индивидуальном счете оказалось недостаточно средств для выполнения ремонта, то жильцы могут взять кредит или займ. Иначе дом будет автоматически переведен обратно в общий котел. Когда люди планируют спецсчет, они должны рассчитывать свои силы и смотреть, в принципе, смогут, не смогут. Многие повышают тарифы, чтобы вот выполнить ремонт и выполнить региональную программу. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают, ведь программу можно еще и перевыполнить. Главное, чтобы энергии хватило и поддержка была, а все остальное в наших руках. Как говорится, какой солдат не мечтает стать генералом, так и мы. У нас есть определенные, конечно, мечты. Хотелось бы построить или сделать свою маленькую котельную, мини-котельную, чтобы обеспечивать. Хотелось бы. Это мечты. Но я еще раз повторю, мечты, которые, в принципе, реально все воплотить. Я смелая, меня поддерживают наши жильцы. И надеемся, что все цели и задачи, которые мы себе ставим, мы достигнем. На сегодня все. Если вы что-то не поняли или не успели записать, то выпуски программы можно найти на сайте нашего телеканала. Продолжим разбираться в коммунальных хитростях в следующий понедельник. Счастливо!